Братцы-казаки, меня зовут Игорь Петренко, я актер, нахожусь в Луганске сейчас с гуманитарной миссией, наслышан о ваших ратных подвигах. Вообще вам скажу, что мне кажется, что на вас Россия держится. Я вам желаю стойкости духа, я вам желаю успеха, победы и, конечно, вернуться целыми, невредимыми к своим семьям. С Богом, Люба, братцы, с Богом.